Отвечу на несколько вопросов с удовольствием, дорогие друзья. Компания General Music Company работает очень активно. Вы сами видите, все наблюдаете в прямом эфире буквально. За полгода вот к нам в компанию уже порядка 5000 песен пришло в каталог. Это замечательно. Причем все песни мега-хиты, начиная от творчества замечательного Танича и заканчивая сейчас, вот уже не заканчивая, а продолжая творчеством продюсерского холдинга Евгения Фридленда. Вот. Мы работаем. Какие вопросы у вас могут возникнуть? Почему, для чего и зачем? Объясняю, как только вы попадаете к нам в каталог, сразу же мы делаем клейм, претензию по всему YouTube, по всему цифровому контенту вне России. То есть как раз там будет претензия, откуда платят, собственно, да, потому что вы знаете, что в России никто никому не платит, потому что Россия пиратская страна. Именно поэтому у нас американская компания, только по этой причине. Мы освобождаем вас от всех предыдущих контрактов, по той простой причине, что американцев не интересуют грабительские контракты, подписанные всеми артистами России, насильно буквально вынудили нас подписать их в 90-е годы. Ну так вот, вы начинаете жизнь с чистого листа и сразу появляетесь на радио США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и во всех цифровых магазинах. Мы делаем претензию, у нас есть софт, уникальная совершенно программа, которая позволяет делать максимальную претензию по всему цифровому контенту. Далее, все ваши каналы, то есть ваши фаны, которые разместили ваше видео, вы знаете, что десятки тысяч каналов, на десятках тысяч каналов ваше видео размещено. Вот. Это все начинает учитываться в вашу пользу. Любой лайк, любое размещение, пусть будет замечательно, прекрасно, потому что люди получают претензию и говорят, что они не авторы, а автором являетесь вы. Соответственно, все начинает просчитываться в вашу пользу. Ну, это такой первый, самый основной ответ, почему американская и почему... каким образом все это дело работает. Уважаемые друзья, коллеги, мы продолжаем. Я призываю вас к здравому смыслу и к отсутствию невежества в цифровом мире. Вот. Учимся, пока мы учимся, мы живем. Главное движение. Дорогу осилит идущий. Все, приглашаем вас в General Music Company. Ваш навсегда Сергей Русских Север, сопрезидент американской компании General Music Company. Приветствую вас еще раз. И приглашаю к нам.